Что? Шаньца исчезла? Да. Ты ее искал? Да. Я звонил в университет и к ней домой. Но странно то, что багаж Шаньца в коридоре. Должен ждать того, чтобы ты прямо сказала мне, что ты чувствуешь. Просто... подожди еще чуть-чуть. Ты вообще все тот же человек? В последнее время я чувствую, что ты не та Шаньсай, которая мне нравилась. Это не просто! Совсем нет! Си, ты куда? Домой. Домой? Что? Что случилось? Почему ты внезапно захотел домой? Ничего не произошло. Я уверен, что-то произошло. Домин Си! Я люблю тебя! Я немного хочу убить себя. Я думаю, Доумини Си, как о собаке. Тагор однажды сказал: покройте крылья птицы золотом, и она никуда не полетит. Ценность человека не определяется его социальным статусом и классом. Я родилась не в богатой семье. Я могу играть только эту песню. Но что в этом такого? Мое сердце открытое и честное. Эти тупицы! Я просто хочу учиться! Я не хотела карту Джокера! Они сломали мой телефон и опозорили меня перед всеми. F4. Вы все придурки! Надеюсь, что с завтрашнего дня ваши телефонные вышки захватят пришельцы. Никаких звонков, смс, игр, интернета, никакого телефона в вашей жизни. Вы об собственные ноги будете спотыкаться. Вам будут сниться зомби, которые сожрут ваши лица. У вас волосы в ноздрях вырастут, проникнут в вашу голову и станут единственными вашими волосами. И потом... Что случится потом с моими волосами?